А у нас в гостях Тигран Гарибян. Могу его еще раз представить, хотя на самом деле он является постоянным уже участником конкурса «Шаг со звездой». Здравствуй. Добрый вечер. Ну, расскажи, что ты сегодня будешь исполнять? Я сегодня хочу исполнить песню Виктора Цоя «Кукушка». Мне очень просто нравится его творчество. Я знаю, что эти песни нравятся очень многим. И в России, и за рубежом, и с дальнего зарубежья также нравятся эти песни. Поэтому с большим удовольствием хочу исполнить эту песню и посвятить всем нашим дедам, прадедам, которые были в Великой Отечественной войне, которые прошли это все, видели эту тяжесть. И от души исполнить эту песню. Ну, я так думаю, сегодня начнется таки борьба за совершенство исполнения песни «Кукушка» Виктора Цоя. Почему? Потому что нравится не только россиянам и всем остальным жителям нашей необъятной планеты, но еще девушки-конкурсантки. Не буду называть тебе ее фамилию и имя, показывать тебе я тоже не буду. Если что, сами разберетесь за кулисами, кто кого перепел или, может, не допел. Тигран, ты сегодня опять с группы поддержки, да? Правда, вот когда ты первый раз пришел к нам на конкурс, у тебя в окружении твоем были девушки. Сегодня ты почему-то пришел с одним человеком. Но зато с каким? Мы просто познакомились уже, как бы. Расскажи немножко о своем друге, или, может быть, он сам о себе расскажет. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я пришел поболеть за своего как бы, друга, брата. Вот. Я призер Кубка мира по ММА, по смешанным единоборствам. Также чемпионат Москвы выигрывал, Московскую область выиграл по боевому самбо, по панкратиону. Вот. Ну, здесь все приятно, как бы, обстановка мне все нравится. Тигран, скажи, пожалуйста, ты боишься сегодня проиграть или рассматриваешь вариант того, что не займешь первое место? Почему ты взял себе, так скажем, группу поддержки человека, который занимается борьбой? Нет, просто у моего друга, у моего брата 5 ноября соревнования, и я бы хотел тоже, как бы, чтобы и телезрители узнали его уже в лицо. Кто хочет прийти поддержать, поболеть, мы будем только рады. Потому что я также буду болеть за моего друга, за моего брата. Слушай, отлично. Я думаю, что остальные зрители будут болеть и за тебя, как за исполнителя, и за твоего брата, как за спортсмена. Что ж, расскажи, пожалуйста, вот ты слышал, как поет Тигран? Я не то, что слышал, я сейчас учусь у него петь. Он мой учитель. Даже так? То есть спорт и пение, вещи совместимые вполне? Да, очень, да. Ну, как ты оцениваешь свои навыки, в общем-то, в этом плане? Я не оцениваю учителя, он как бы... Хорошо, что у тебя лучше получается, заниматься борьбой или петь? Ну, как бы борьбой, это я с детства занимаюсь, да, с 8 лет, можно сказать. А петь, как вот четвертый, получается, день, да, мы поем, ну, вроде получается, не знаю... Это наши люди смотрели, ну, со стороны видно, что хорошо. Тигран, вот ты на конкурсе у нас уже исполнял песни, скажи-ка вам, последнее твое исполнение было... Арно Бабаджанян, лучший город Земли, Витас, звезда. И... Я еще... И Лепса. Да, Григорий Лепс. Рюмка водки. Ну, эта запись мне, честно говоря, не очень понравилась. Немножко были проблемы в записи и в мощности звука. Но, думаю, сегодня это все обойдется. Скажи, а вот, Владимир, ты на основе чьих песен обучаешь пению? Ну, я вам скажу так, что очень мало людей, которые никогда в жизни не поют и могут в течение 3-4 дней начинать петь. И вот мы с ним слово занимаемся всего лишь 4 дня, и за 4 дня он уже успел, ну, примерно на 70% уже поет. И мы выбрали прекрасную песню, которую любят все наши девчонки, «Лишь о тебе мечтая», группа «Руки вверх». Вот, девочки, смотрите,
на молодого, талантливого, скоро будет петь. Ну что ж, посмотрят, девочки посмотрят, когда Владимир придет к нам не в качестве группы поддержки, да, Тиграна Гребяна, а когда он все-таки придет к нам в качестве конкурсанта и исполнителя, правильно? Так что мы тебя, наверное, ожидаем в ближайшем будущем и... Постараемся, спасибо, постараемся. Что ж, Тигран, а тебе мы желаем, как обычно, удачи, в совершенстве исполнить Виктора Цоя и успехов в обучении своего брата. Я хочу сказать и поблагодарить нашего дорогого Сергея Филимонова, генерального продюсера продюсерского центра «Пять золотых», и хочу сказать, что мы в дальнейшем будем вместе сотрудничать, вместе работать и покорять вершины творческих высот. Вершины высот, ну, в принципе, да, именно так. Что ж, удачи. Я хочу эту песню посвятить нашим дедам, прадедам. Светлая память. Кого не оставлю.
место достается Тиграну Галимяну. Мощная такая поддержка, да? Вот тот самый момент, да, который как раз и ожидал Тигран. Ну что же, естественно, благодарность и сертификаты – это все от вам, наших спонсоров. От наших спонсоров, Creative Stars, клуб голливудских улыбок, а также школы танцев, да. Ну, не знаю, воспользуйтесь, я уверен, потому что сценическое мастерство ведения себя на сцене, да, оно обязательно для артистов, особенно которые получают первые места и продвигаются в нашем проекте Creative Stars и Step to Stars. Come on! Улыбка тоже была важна. Поздравляем еще раз. Продолжайте нас радовать своим успехом и песнями главное. Ну что ж, будем ждать вас в финале нашего проекта и, конечно же, ждать от вас еще больше творческих прорывов. Сейчас на пустыне. И слово передаем Сергею Филимонову. Да, я хотел сказать еще вот дополнение к первому месту. Тигран, значит, твоя песня на полгода в ротацию на радио Нега-ФМ, будущая песня. Вот, в соответствии. Это также прилагается к призам, да, и запись совместной дуэтной песни этой же на студии со звездой. В течение под присылом камер в течение одного месяца. То есть рождение будет происходить под наблюдением. Все общие. Все, кто есть в зале, подходим сюда. С грамотами, с подарками, со всеми делами. И свет дайте нам, пожалуйста. Фотографы, пожалуйста, в оружие. И сделайте, пожалуйста, нормальное фото для отчета.